Так, всем привет, ребятки, с вами X-Prime. Сегодня мы играем в Control, продолжение, пятая серия. В прошлой серии мы, на самом деле была такая довольно-таки, так сказать, пугающая для меня часть, там, некоторые моменты. Вот, но как-то справились, там, включили систему охлаждения, и как бы направляемся вот сейчас в пятой серии чинить энергопреобразователи. Давайте не будем задерживаться, идем дальше. Закрыто до предела. Пугала вот эта херня. Отлично. Воу-воу-воу-воу. Какие шустрые ребята. Нормально его приложила. Какие-то компьютеры старые, причем такие. Прикольно. Давайте на второй этаж поднимемся, посмотрим, что там. О! Где наш спрятаться? Надо очки здоровья пособирать, а то, блин. Что там наверху? Пробежимся. Так. Так, зараженные ИСами. Вот, кстати, в прошлой части, в четвертой, вот я с этими и познакомился, ребятами. Блин, да жути страшно, они вот так вот и летают перевернутыми, короче, жесть. Рядовой ИСов. Тоже какой-то в бронежилете, пипец. Испытание домашнего сейфа. Мультимедиа. Так, а что еще? Есть. На энергетическая стоимость метания минус 8. Скорость восстановления энергии 18. А, можно деконструировать. Прикольно, давайте уничтожим. А, он прибавляет какие-то очки, я смотрю, сверху. Отличненько. А тут у нас что? Вот и оружие. Стоимость боеприпасов за выстрел минус 5%. Ну, мало вообще, пипец. Миссии. Ладно. Какие упорцы-то? Да ты чё,
ломаешься, что ли? Отлично. Есть чё кинуть? Ничего себе. Энергопреобразователь. Сегодня снайперская винтовка, что ли, была? Вот она упала туда, ну ладно. Посмотрим, что в шелтере. Всегда одно и то же. Один ящик стоит и больше ничего. Материал. Все выше. Я так понимал, там еще одну надо встретить. Ой, господи! Давай, вставай. Одержимые какие-то. Так. А, вот. Хитро, хитро. Так, материал. Что тут еще интересненького есть? Блин, что старая девка так лазит? Ага, все, запустили. Все, что надо. Снять внутреннюю изоляцию надо, воспользуясь правом директора наручного управления. Странное место. Прикольненько. Так, что тут у нас добавилось? Напоминание о предстоящей игре. Так, значит, уровень электрификации и что-то уровень воды. Все полное. О-о-о. Серьезно. Чувствую, сейчас тут будет хорошее мочило. Следующее.
зараза, да? Нереально прячется. Ну, кто там? Где ты прячешься? Он же только что за дверью был. Я что-то не понял, куда он девался. Фига себе! Это как так-то? Блин, стрёмное место, пипец. Давайте очистим сначала. Это делаем. This is what we came here to do. Так, окей, вот и ваша цель, погнали. Директор Override панел. А, тут еще пестик как ключ, что ли, идет? Прикольно. Модно. Изоляция снята, теперь эти ублюдки. The other sector should be open now. Ублюдки везде. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. Короче, я так полтвер, эти ублюдки могут везде лазить, как и мы. Так, а есть что им полезное? Так, поговорить с Эмили. Окей, поговорим. Сектор элеватор. Так, где мы оказались? А, вернулись. Давайте поговорим с Эмили. Что полезненького. Литературный клуб Лопес. Отдача осколков модуль. Растение боеприпасов -5%, отдача -8%. Так, далеко нам бежать вообще? А, вижу лифт. Тут мы не пройдем. Жаль. Так, сектор управления. А где находится? Странный отдел управления, все. Сейчас посмотрим, кто скажет нам Эмили на нашу шизофрению.
А между тем время сколько время? 2 часа ночь. Короче, полтретьего ночь. Такие мы хардкорщики. Так. Проводочек подальше отодвинуть, чтобы не мешал мне вообще телефон в сторону отложить. Ладно, давай расскажем Эмиле. Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but it... She helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in, a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here, in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron Resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it?
Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Ой, ну секреты, загадки, всякая фигня. Что еще расскажешь? Hi, Jesse. I keep finding traces of Darling, but still can't find him. Where could he be? But he's usually in his office in research, or one of his labs. Dr. Darling has quite a few, all around the bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I don't have access to most of them. Sounds like I touched a nerve. He didn't let you into his labs? Not all of them, no. Some had volatile material. It's ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought of a more convincing lie. I mean, how can I work without access to all the data possible? This place has a bad habit of moving around, huh? So you notice the building shifts. Did you know that 39% of bureau accidents are caused by the shifts? It's true. I ran the numbers myself. So they're dangerous. Oh, very. Yet one time, a shark got shifted into a meeting room along with over 2,000 gallons of water. It was a tiger shark, Darling's pet research project. I forget what he was researching. How do people work here? Mm-hmm. В натуре. Пипец, 39%, блин. Офигеть. You said you're an assistant? Oh, it's just a title. I'm a scientist, a researcher. I work for Dr. Darling. See, when bureau agents go out in the field, the sites of altered world events, we study the materials, the altered items they bring back. It's always something we've never seen before, and studying them requires new instruments, methodologies, sometimes entirely new fields of science. Emily really loves her job. See, there's no guidebook for what we do here. Everything that happens at the bureau, including the science, is without precedent. What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Well, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, has anyone ever used them to teleport around? What, no. What, I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay, it's just, wow. This blows my control point theories right out of the water. I love it. Ох, see пипец. You soon. Be careful out there. Сколько тут всякой информации можно голову забить. Так, найти Маршал. Отдел парапсихологии. Так, а где мы еще не были? Мы тут этаж весь полностью исследовали. Способности. Давайте что-нибудь. Питание обратного врага. Так, сколько у меня? Одна осталась. Мало очков, ладно. I saw Trench and Darling arguing a couple weeks ago. Контрмеры советы. Забрать награду.
Trench was furious. Конечно, чем новенько появился. You don't think Darling? Don't be stupid. What would the Bureau's golden child have to gain? Так, мне нужно по идее в лифт, да? Потому что тут уже мы все посмотрели. Так, а в сектор обслуживания давайте еще скатаемся. Там, по идее, мы не все посмотрели. Надо посмотреть еще некоторые вещи. Что-то я не понял. Тут мы уже... Опять что ли? Что за херня? Тут я разве был? Какая-то новая фигня. Что это такое? Что за звуки, блять? Пипец. Так. Зоны соприкосновения. Что за место? Ёпарасоте! Вообще не тупые так-то эти боты. Жесть, конечно. Печалька. Смотри, у нее какая-то снайпа. Только куда она девается, непонятно. Он же ублюдок, а. Персональный мод. Что у нас? Тут то же самое. Коридор доступа. О! Ни хрена себе. Дверь, блин. Что за место такое? Коридор доступа. Офигеть. Не закрывается еще за мной. Блин, где мы оказались-то? Что за место? Как туда забраться? Короче, дальше не пройду, да? Открывайтесь обратно. Ярко, пипец. Так, что у нас по модам? Энергетическая стоимость метания. Деконструируем. Так, точность 5%. Миссии.
очень ярко. Закрыто, понятно. Так, ну там мы были, то есть мы там пройти не можем. Окей. Я тоже не могу пройти. Нельзя. Убьет нахер. Туалет. Блин, жуткий туалет. Где звуки идут? Звуки, блин. Ладно, хрен с ним, бежим дальше. Персональный мод. Так, энергетическая стоимость метания минус 7%. Коллекционки. Предупреждение по отчету Теннисона. Окей. А, все, вернулись туда же. I've been getting reports that something's tearing up the training grounds. Might be worth checking out. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us. Makes me think that, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? Ясно. Там еще смотрели. I should be going. Right. You got a lockdown to lift. Сняли мы уже изоляцию. Look alive. Director on deck. Так, тут мы были, в подсобке мы были. Понятно, ну ладно. Давайте валить отсюда. Забрать награду. Так, куда мы можем переместиться? Нам нужно к лифтам.
Блин, я думал, он моментально перемещается, а оно еще, кажется, грузится. Пипец. Так, аппаратный. Ну, более. Давайте в парапсихологию тогда уже двигаться. Сектор исследования, сектор содержания. Сектор исследований, там что-то маршала искать надо. Так, сколько у нас осталось времечка? Примерно полчасика. Так, сектор исследований. Что это за место такое? Знакомое место. Видел ее на видео, когда эту игру показывали. Когда я только первый раз узнал, и это видео показывали, это место с деревьями. Что там рассказываешь? I'm looking at you, Mr. Tomasi. So, this is where the magic happens. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries, authored studies of great importance, and in all this work, there is one thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the known laws and borders of reality, and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance, and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, bad things will happen. Че? Наговорился? Research sector, huh? Home of the Bureau's mad scientists. Что-то заблокировано, да, не пойти. Ладно. Что по карте у нас? Целые деревья растут в доме. Ой, вас там. Да ты чё, офигел что ли? Вы что, издеваетесь? Наконец-то. Серьезные типочки, они уже стали с собой бить. Прячься куда-нибудь, пожалуйста. А чё, можно ему в кушетку залить? Нормально. Так, ещё какую-нибудь табуретку. Где-то там спрятаться. Отлично. Прячется вода. Прикольненько. Снайпер. Ой, пипец. Как я так попал? Оу, черт. Скамейка тоже садит.
Ауч. Попадай ни хрена. Вау! Серьезный типочек. Как я не убился еще, я не понимаю. Так, что тут у нас есть? Энергия плюс 8. Урон при низком здоровье плюс 32%. Прикольно. Исключительный кумулятив, масштабирование плюс 10%. Хрен знает, что такое масштабирование. Давайте наверх вернемся, чтобы я сориентировался, где мы не были еще. Так, тут мы пришли. Что за звук? Жалоба. Снайпер Исов. А вот. Почитайте, кому надо. Жалоба на растение. Миссии. Активы. Как же стрёмно наблюдать этих всех подвешенных, блин, пипец. Подвиньте чуть в сторону. Двигается. Синхронность. Так, тут ничего полезного. Да, вообще нам двигаться. Это в том направлении, а наверху что у нас? Пипец, тут подниматься и ващики просто. Давайте спустимся пока. Так, что там? Доктор Дарлингс офис. Пара психологию надо, все правильно, вниз. Так, шелтер. Сводка по звонку в экстренную службу. Материал. Пипец, какие огромные деревья. Ой-ой-ой-ой. Это я разогнался, засмотрелся.
кого-то убили. Пипец, тут дверей пипец просто. Охренеть, всех поубивали. Вот оружие, попадание, чё? Попадание в голову. Урон при попадании в голову 41%. Прикольно. Это еще надо уметь попасть. Так. Пипец, тут как много мест, фиг пойми, куда идти. Офигеть, это он внизу чё? Так я не спущусь. Чем-то заросло, какой-то хренотенью. Космической, блин. Чем-то огородили, блин. Использование зон соприкосновения. Какое огромное здание, это офигеть просто. Радио. Юбер, анализ черного камня. Так, мы там были, да? Так, вот тут мы сражались, по-моему, да? Гребаные звуки, страшно, пипец. Материал. Вот оружие. Просение боеприпасов минус 11%. Это можно удалить. Так, понятно. То есть еще надо ничего спускаться, да? Нет. Куда туда, наверное, идти. Че, let's work hard. Какие-то странные плакатики, блин. Зелено. Что интересного тут есть? Полезного не оказалось. Жаль. Так, сколько у нас времечко сейчас? Ну, уже скоро заканчиваем, ребятки. Это зеленый коридор. Мужской сортир. Нету. Не понял. Пару психологии мы не можем попасть, потому что я так мол. Что тут написано? Ну-ка. Лак.
Паракинесиология, блин, пипец, короче. Тут мы были, тут мы... Ого, как его спрятали. Что-то надо сделать, по-моему. Туда, что ли, идти вниз? Я разобьюсь нафиг. Черт, а. Я нафиг разобьюсь. Нет, еще не разбился. Спускаемся, да, вниз надо. Ну ладно, ладно, потерпи чуть-чуть. Материал. Оу, что-то я не хочу туда спускаться, там какая-то херня внизу. Ой, блин. А, это жижа разрослась. Парапсихология, да? Блин, вот как ей не стрёмно здесь лазить. Смотрите, какая жесть творится, блин. Сортир зарос весь, блин, какой-то фигнёй. Мхом каким-то. Жестя, блин. Нахер сюда не спрыгивал, я вообще бы отсюда свалил нафиг, да и все. Я, конечно, брата искать. Жесть, 3 часа ночи, блин. Блин, что за жесть творится? Ты что такое? Это грибочек выстрелил, мхом. Точнее, мхом спорами. Тут, мне кажется, нужна хорошая уборка. Просто жесть какая-то, блин. Так, ну-ка. Ну и что мы сделали? Блин, заработал. Ну ладно, я понял. К лифту, да? Питание, да. Питание к лифту. А дальше что у нас? Ебана, блин, пипец. Какая жуткая хренотень тут творится, а? Просто, блин. Аватар, блин. Звуки какие-то неприятные. Какого хрена? Мод. Там есть необычные. Ага. Куда идти, хрен пойми. Вот туда сходим. Тут какая-то нездоровая херня творится, конечно, блин. Закрыто. Тут не залезешь. Ну-ка. Ни хрена не залезть. Что мы тут должны сделать? Куда идти?
Так, ладно, давайте отсюда тогда чалить. Мне кажется, здесь не пройдешь. Идем на лифт тогда. Жесть, конечно. Хорошо, хоть лифт работает. Это я не знаю, тут бы не выбраться. Надо вверх идти, получается, сначала. Где звуки? Где звуки? А, вот. Дерево, блин, выросло. Так, доктор Дарлинг офис. А, это этого ученого офис. And what's the deal with the Hadron Resonance anyway? Fuck. Despite what you may have heard, HRAs are not monitoring devices. We're not tracking your movements or listening to your conversations while you're wearing them. We do that regardless whether or not you're wearing an HRA. Think of them as a life preserver. Only instead of water, the thing HRAs protect you from is classified. One day that classified, not water, might pour in and you'll be glad you got an HRA keeping you afloat. And if you don't have an HRA, don't worry. It'll be quick and painless. Kidding. I'm kidding. We're making more. Пить. Обрадовал. Так, теория резонанса. Даже бюджетный вопрос. Так, а что тут такое? Какой-то шифр, что ли? А,
Надо запомнить будет это, мне может пригодиться потом. Не, блин, тут дохера вот этой фигни. Его просто все обклеено этими кубиками. Астральное измерение. Это что такое? А, ну да, то, чего не хватало. Так, контр-эссе об астральном измерении. Так, ну, во всяком случае, ничего полезного я пока не узнал. Ну, ёпрст. Ничего теперь за ним бегать? Жесть какая-то. Отдел исследований, значит, да? Отсюда вылезает. Dimension Research. Господи. О, я могу сюда пройти. I'm averse to using objects of power. I don't want to lean on things I ultimately can't trust. But the ashtray and the cigarette, smoking there forever, have their uses. The ashtray maze they conjure is an impossibly changing labyrinth that no one but the Binder, and those the Binder invites, can ever pass through. The things we hid in dimensional research, the things Darling studies, the danger and the risk involved, call for every measure of security and protection I could bring to the table. The maze, hands down, is our strongest lock. I gave Darling and his chosen crew license to pass through the maze. Lately, I've started to think I should revoke that license. Mm-hmm. Labyrinth. You never pass through. Dimensional research. Every measure of security. Так, ребятки, ой, там дальше что-то очень большое. Короче. Будем сегодня закругляться в пятой серии. Не знаю, что мы пока бегали, ничего не нашли. Но будем искать в следующей серии уже. И тут не так много боевочек было. В общем, не знаю, но интересная локация, в принципе. Вот, интересно дальше будет побегать. Посмотрите продолжение. Вот, всем спасибо за просмотр, ребята.
за ваши комментарии. С вами был X. Ну, уведомление, что-то уведомление. Управление узлы ИСов. Перейти в отдел связи. Короче, сбегаем в этот отдел уже в следующей серии. Всем спасибо, ребятки. С вами был X Prime. Всем пока-сики.